Вітаю вас, пане Олексію, у студії «Ділового ранку» і почати нашу розмову пропоную зі статистики. За даними НБУ, від початку року українці інвестували за кордон 427 мільйонів доларів за електронними лімітами. Якщо раніше йшлося переважно про відкриття громадянами рахунків в іноземних банках, то нині ситуація змінилася і знов-таки, за даними регулятора, найчастіше електронні ліміти використовують для інвестування саме за межами держави. Пане Олексію, чи дійсно це так? Статистичні дані, чи відповідають вони реальності? Вітаю. Я теж наблюдаю аналогічний процес. Я думаю, що статистика Нацбанка нам говорить абсолютно правду. Дійсно, все більше і більше українців відкривають счета в іноземних брокерах і інвестують в іноземні цінні бумаги. Для цього вони виводять гроші. Потому что эта сумма растет, это хорошо, но пока я думаю, что это все равно сумма очень маленькая. Я думаю, уверен, что в ближайший год она может вырасти в разы или даже в десятки раз. Зараз пропоную згадати лютий цього року, коли Нацбанк удвічі збільшив є-ліміти для низки валютних операцій фізосіб саме з переказу коштів за кордон або ж на рахунки юридичних осіб нерезидентів, відкриті в Україні до суми у 200 тисяч євро. Чи збільшило це потік інвестицій саме з України? Звісно, ті українці, які вже мали рахунки, и те, для кого лимит 100 тысяч евро был небольшим, они стали инвестировать больше. Это, конечно же, хорошая новость. И я понимаю, что то, что этот лимит увеличился, стало более привлекательным и для всех остальных украинцев, которые еще не имеют таких счетов. Но мне кажется, что количество украинцев, которые превышают лимит в 100 тысяч евро, их не очень много. То есть из тех, кто выводит деньги, я думаю, что таких, ну, процентов 5, может быть, 7, по моим ощущениям. Основное количество украинцев – это, конечно же, те, у кого сумма меньше 200 и даже меньше 100. Я зараз пропоную також згадати ситуацію з пандемією COVID-19, яка не покидає так весь світ. Як вона вплинула на інвестиції за кордон? Збільшились вони чи зменшились? Чи не вплинула взагалі? Я думаю, что связь, если она есть, она не очень большая. В целом, конечно же, пандемия, все, что связано с коронавирусом, оно подхлестнуло развитие технологий, и люди стали больше пользоваться гаджетами, больше стали пользоваться интернетом, меньше стали ходить по улицам. Да? Возможно, у них стало больше времени для того, чтобы изучать инвестиционные возможности, и это каким-то образом косвенно привело к тому, что люди стали лучше понимая возможности мировых рынков, стали больше делать инвестиции. Но мне кажется, что это несущественно. Все-таки, скорее всего, мы идем больше по эволюционному пути, когда работает сарафанное радио, и оно влияет намного больше, чем пандемия и там, все, что происходит вокруг этого. А ось якщо говорити саме про поріг входу, яким він має бути взагалі у випадку саме інвестицій? Многие брокеры дают возможность инвестировать, начиная от 10 тысяч долларов или евро. Некоторые могут давать меньше суммы. Но если говорить про смысл, ну, здравый смысл, экономический смысл, то сумма, с которой имеет смысл начинать инвестиции, она на самом деле даже сильно меньше. Я бы рекомендовал даже тем, у кого есть 1000 долларов, уже задуматься над тем, как ей лучше распорядиться. И сравнивать разные варианты с разные опции для вложения этих средств. Ця порада стосується и тех, кто планирует инвестировать за межи державы? Конечно, да. Потому что те, кто присматривается к инвестициям в иностранные ценные бумаги, им все равно комфортно начинать с небольшой суммы. То есть не сразу же 10 тысяч отправить и искать варианты, куда, во что ее инвестировать, да? А начать с какой-то небольшой суммы, набирать опыт, понимать, как это все работает, и уже когда понимание будет по ходу дела углубляться, тогда уже увеличивать сумму. Поэтому я думаю, что начинать можно и с очень небольших сумм. То есть, в принципе, можно даже, наверное, и с 500 долларов, да? Но есть уже сильно мало возможностей для того, чтобы во что-то их грамотно вложить.
А тепер найцікавіше, як на мене, питання до вас, у які активи найчастіше українці вкладаються саме за кордоном? Ну, такої статистики у мене немає під рукою. Я думаю, що її, мабуть, ні у кого в Україні немає. Ну, з того, що ви бачите по ситуації на ринку? Интуитивно я могу предположить, что, скорее всего, украинцы вкладывают свои деньги в то, что на слуху, то, чем они пользуются. Apple, Facebook, Google, да, Tesla, такие компании, которые известны, у которых есть уже какая-то репутация. Не исключаю, что также есть и какая-то доля инвестиций в криптовалюты. А взагалі, якщо говорити про гарантії для інвестора, наскільки захищеним буде інвестор не резидент у тих же, наприклад, Сполучених Штатах чи Китаї? Ну, про Китай не можу сказати нічого. Я не сильно інформірован в цьому відношенні. Якщо говорити про Європу і США, то, к сожалению, для мене, як спеціаліста, который работает на локальном украинском фондовом рынке, я вынужден констатировать, что защита инвестора в США или в Европе, она на порядок лучше, чем это происходит у нас в Украине, к сожалению. Поэтому понятно, что все зависит от того, через кого, через какого брокера происходят инвестиции. А в чем вы бачите эту відмінність? У чем краще? У нас незрелое законодательство, у нас не очень хорошее регулирование. Мы находимся в очень ранней стадии развития. И все, что Америка или Европа прошли уже десятки, а некоторые и сотни лет назад, мы только-только начинаем проходить. Поэтому наше законодательство еще только формируется. Давайте перейдемо до механізмів. Чим же механізм купівлі акцій в Україні відрізняється від процедури інвестування вже за кордоном? Взагалі, що потрібно українському інвестору, фізичній особі, для того, щоб купити акції чи інший актив саме за кордоном? І в тому і в другому випадку потрібно спочатку відкрити счет. Якщо у вас він вже є, цей счет, тоді ви на цей счет поповняєте гроші. В отличие от иностранных брокеров, украинские брокеры могут принимать только гривну на сегодня. Это хорошо для АВГЗ, хорошо для облигаций, хорошо для украинских ценных бумаг, но не очень удобно для покупки иностранных акций. Когда счет открыт в иностранном брокере, естественно, вы можете пополнять его в иностранной валюте, и вам не нужно заниматься там, конвертацией, переконвертацией, терять на этом какую-то часть дохода. Это, наверное, главное отличие, но если говорить про процедуры, то открыть счет в иностранном брокере можно быстрее и проще, чем это мы можем на сегодня открыть в украинском брокере. Это, опять же, связано с тем, о чем я уже упоминал. Наше законодательство, оно еще пока не сильно продвинуто в этом отношении. Если в иностранном брокере можно открыть счет за один день, не выходя из дома, вы просто через сайт загружаете необходимые документы, и в течение дня вам открывается счет, то для украинского брокера это, к сожалению, пока еще не так. Либо нужно иметь возможность подписывать все цифровой подписью, либо в некоторых случаях даже приходится подписывать какие-то документы в бумажном виде. У нас и регулятор, и законодатель в этом отношении предпринимают определенные усилия, чтобы мы хотя бы догнали там, европейских наших брокеров, чтобы украинский брокер мог делать это так же легко и непринужденно, но пока это еще не случилось. Надеюсь, что это случится в ближайшее время, там, в течение, знаете, полугода-года. А ось якщо говорити про юридичних осіб, то у чому тут відмінність? Ну, отличие в первую очередь, конечно же, в размере лимита, да, то есть если юрлицо решит инвестировать через иностранного брокера, то оно столкнется с лимитом, который может быть не сильно большим. Да? То есть там, если я не ошибаюсь, 2 миллиона евро. И для юрлица это может быть довольно серьезным препятствием. Да? В то время как при инвестициях через украинского брокера такой лимит отсутствует, и можно инвестировать практически любую сумму. Главное, чтобы было предложение на эту сумму, чтобы у нас кто-то внутри страны, на внутреннем рынке, захотел продать иностранных ценных бумаг на сумму больше, чем 2 миллиона. В принципе, таких бумаг в Украине есть, их довольно много, но вопрос, хочет ли кто-то продавать в таком объеме.
пока ликвидность иностранных ценных бумаг на внутреннем рынке у нас оставляет желать. І якщо фіналізувати, пане Олексію, основні поради та ваша експертна оцінка, де ж краще купувати акції – в Україні, але закордонні, чи за межами держави та іноземних компаній? На этот вопрос нет универсального ответа. Все зависит от ситуации, в которой находится тот или иной инвестор, и от цели его инвестирования. Если целью инвестирования является получение какого-то краткосрочного дохода, какие-то спекулятивные операции, то, к сожалению, лучше открывать счет у иностранного брокера. Потому что там больше ликвидность, там быстрее можно купить, с меньшими потерями можно продать. Но если обратная ситуация, когда у вас есть инвестиционный горизонт, например, там 5-10 лет, да, то по большому счету разницы никакой. Вы можете купить у украинского брокера и положить бумаги на счету в украинском депозитарии, какую-то дополнительную гарантию даже вам может дать, да, вам будет выписка на украинском языке. Если у вас нет цели совершать спекулятивные операции, то украинский брокер – это вполне хорошее решение. І, звісно, на які ж активи варто звертати увагу взагалі? Дуже коротко, прошу вас, фінально. Я би обращав внимание на два типи активів. Перший тип активів, який найменее рисковий, я о них вже говорив, це інструменти з фіксованою доходністю. В першу чергу, це АВГЗ наші українські. По ним зараз доволі неплоха доходність. З учетом того, що курс долара укрепляється, то це... По совокупности причин очень неплохой вариант. Для каких-то более рисковых инвестиций я бы смотрел на акции растущих компаний, тех, у кого есть перспективы роста. Понятно, что перспектива роста виртуально есть у любой компании, и даже у тех, которые сейчас находятся в каком-то тренде снижения цены, эта цена может развернуться и пойти вверх, да? Но я бы смотрел на те компании, у которых есть перспективы роста бизнеса. Причем кратно, да, вот если обратить внимание, например, на акции Zoom, это компания, которая просто взлетела после пандемии, да, ровно потому, что бизнес ее вырос на несколько порядков. И начали користуватися активно Zoom. Конечно, да. И вот таких примеров, я думаю, что мы можем увидеть еще много, и если за такими историями следить и вовремя инвестировать в такие бумаги, то это, конечно же, будет самым удачным приобретением. Дякую вам за інформаційну ранкову розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про плюси та можливі ризики інвестування в іноземні акції. На зв'язку по скайпу з нами був Олексій Сухоруков, директор з розвитку бізнесу «Українська біржа». А ми з вами не прощаємося, адже діловий ранок на першому діловому триває. І ми підготували для вас ще багато корисної інформації та новин. Тож залишайтеся з нами.